Казанском федеральном университете продолжается программа повышения квалификации для проректоров вузов Республики Узбекистан. Университет посетила уже вторая делегация. Программа у них точно такая же, как и у первой группы. Изначально проведение мероприятия планировалось совместно с Министерством инноваций Республики Узбекистан. У нас большие планы на будущее в сфере стажировки, в сфере академической мобильности. Мы будем меняться своими знаниями, с вашим опытом и с нашим опытом. Я думаю, что будет все отлично. Нынешний визит связан с тем, чтобы мы смогли четко, конкретно подобрать те направления, по которым мы сможем реально воплотить это всю жизнь. Изучаем весь опыт Казанского федерального университета в области инноваций, в области коммерциализации готовых работ. Я думаю, это будет интеграция науки и промышленности. В настоящий момент в планах продолжение программы и расширение географии проекта. Представители Казанского федерального университета уже ведут переговоры с зарубежными коллегами. Мы разговариваем с Республикой Казахстан в настоящее время, потому что мы эту программу отправляли и нашим казахским коллегам. Сейчас идет обсуждение уже конкретных сроков, дат. Я думаю, что это, наверное, будет уже с осени предстоящего учебного года. Напомним, первая группа узбекской делегации завершила программу повышения квалификации 7 июня. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.